И чтобы совершить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно сначала оказаться в самом дворце. Ни у кого из этих людей доступа туда нет. А может быть и есть, но просто страшно. Сейчас обсудим с Андреем Андреевичем Пятковским, известный публицист и политолог, сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый день, Павел Андрей. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Рады вас слышать. Но вы сегодня меня не видите, какие сложности со связью у нас. Ну, может быть, в процессе что-нибудь поменяется, но в любом случае всегда вам рады. Давайте обсудим последнюю повестку. Новоизбранная Ли Страс сначала первым делом звонит Владимиру Зеленскому, потом уже Джо Байдену. Сегодня вдруг нигде не анонсированный визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Что происходит, по вашему мнению? О чем это все говорит? Сегодня вообще какой-то день Украины во всем западном мире. Но я бы добавил к этим действительно очень важным событиям еще два не менее важных. Рамштайн сегодня, четвертая сессия, и уже предварительная информация, что он очень успешный. Определены все эти ограничения искусственные, которые накладывались с ракетами на «Хаймерс», что очень важно. И тут большую роль, мне кажется, играла вот статья генерала Заужного, генерала Загородного. Когда я ее прочел и слушал выступление в Пентагоне вчера, позавчера, у меня сразу впечатление, что в этой статье есть два соавтора, еще два генерала, генерал Остин и генерал Милли. Но они очень тесно сотрудничали, и, собственно, эта статья посвящена вопросу помощи союзников Запада Украине. И она, ее роль в том, чтобы помочь Милли и Остину в той внутренней борьбе, которая, не секрет, разворачивалась все время внутри администрации. И вот сегодняшнее решение Рамштайна, мне кажется, это ответ, победа Милли и Остина и ответ на тот манифест 20 американских крупных военно-политических экспертов, который был 17 августа направлен Байдену, где они очень остро ставили вопрос: давайте все-таки ответьте нам, что мы, оказывая помощь Украине, мы хотим, чтобы она победила Россию в этой войне, в той борьбе, которую она защищает весь западный мир от нашествия путинских орд. Или мы просто хотим сохранить равновесие и, как некоторые ваши советники говорят, не надо провоцировать Путина. Вот, по-моему, каскадом вот этих сегодняшних событий наша цель Соединенных Штатов – это победа Украины. Ну, видимо, эту добрую весть Энтони Блинкен и привез сегодня в Киев. Пока никаких подробностей и встречи нет. Дипломатия Блинкен привез добрую весть. А вот, как помните, знаменитая американская поговорка, что доброе слово хорошо, а доброе слово и пистолет. Метафорический пистолет, дальнобольные ракеты. Потому что все складывается очень успешно. Сегодня действительно какой-то исторический день Украины. Ну и кроме того, успехи на фронте. Все одно к одному. Безусловно. Вот сейчас как раз вам наверняка не видно, но сейчас в нашем эфире кадры приезда Энтони Блинкена. Нет, я-то вижу. Я вашу картинку вижу. Вот, ну, вот отлично, вижу, да. Действительно, не анонсированный, нигде не афишированный визит. Да, и на днях приедет Лиза Трасс, возьмет эстафету от... Ну, если ей не помешают события, которые сейчас проходят, вы знаете, в Шотландии. Мы знаем, что крайне ухудшилось состояние королевы Елизаветы II. Не так страшно. Там фейковую новость выпустили, что чуть ли она не скончалась. Она сейчас опроверг. Желаем ей здоровья. Давайте поговорим теперь о другом. Путин на всем этом фоне, на фоне успеха дипломатического и военного Украины, накануне на полях Восточного экономического форума провел встречу с премьер-министром крайне подсанкционной Мьянмы. Обменялись комплиментами, говорили о росте товарооборота. Ну и, как известно, потом Путин всех убеждал, что Россию невозможно изолировать, экономика стойкая, а если и будет кризис, то это у США и Европы, но не у России. Андрей Андреевич, вы наверняка следили за выступлением Путина. Что скажете? География представительства на этом Восточном форуме, кстати, еще меньше, чем 3 месяца назад на Питерском форуме.
Ну вот этот палач из Мьянмы чего стоит? Если есть какой-то больший нарушитель прав человека, чем Путин, это вот мьянмские эти генералы, которые свергли демократическое правительство, и там тысячами убивали демонстрантов, проводят геноцид против меньшинства, мусульманского меньшинства. Ну вот таков теперь круг друзей. Знаете, у нас в Украине есть такое изречение: «Яке їхало, такого і здибало». Ну. Да, да, вот такой, это теперь его круг общения. Он очень тяжелое впечатление оставляет, его собственное состояние. Это распад личности, какие-то все время анальные ассоциации при встречах с детьми. Или вот это угрозы, кажется, «мерзни-мерзни, волчий хвост». Это он напомнил мне Шарикова из фильма «Собачье сердце», когда же глазик выклюю, один останется, чтобы знал говно, кому кланяться. Вот это его теперь стиль общения с западными лидерами, а вот мьянмского диктатора он даже так терпеливо дожидался, нервно прохаживаясь по коридору. Ну, путь, мне кажется, у него нарастают уже внутренние проблемы. Вот смотрите, как он... Вот эта история с Кадыровым, она очень непростая. Это самая жирная крыса, которая начинает уже задумываться об этом российском корабле. Но многие сколько говорят, что эти заявления свидетельствуют о том, что распад России уже начался, уже в этом видят такие сепаратистские ноты. Да, постпутинский распад. Ну, это самое слабое место. Собственно, все это... Путин, Кадыров притворяется, что Чечня является частью России, из-за этого Россия выплачивает ему громадную дань. Это очень своеобразное отношение. Но он знает, что это отношение лично с Путиным. Путин, чтобы спасти лицо, ну, он практически потерпел поражение в войне с Чечнёй, вот остановился на том, что передал полностью власть Кадырову и платит ему за это громадную дань. Но Кадырова ненавидят силовики, это я вам точно говорю. Вот они, помните, после убийства Немцова, убийство снова было организовано российскими спецслужбами, в качестве рядовых исполнителей там участвовали чеченцы. И он чеченский же офицер спецслужб. И Бортников, ФСБ, хотел использовать это, чтобы расправиться с Кадыровым. Они обвинили в этом Кадырова. Это был очень острый внутриполитический кризис. Путин даже исчез на 2 недели тогда. Но он отстоял Кадырова. А сейчас Кадыров понимает прекрасно, что в случае ухода Путина его просто уничтожат силовики. Это первое, чем они займутся. Знаете, что я еще хотел спросить? Возвращаясь к тому же экономическому форуму, они должны быть наполнены ведь не только первыми лицами, различными чиновниками, но и олигархами. А их как-то то ли поубавилось в России, где-то отсиживаются, то ли молчат и выжидают. Вот чего ждут, как думаете? Им-то точно есть что терять, и уже многое потеряли ввиду введенных санкций. Но голоса российских олигархов, которые, в общем-то, должны влиять на ситуацию, как-то не слышно. Ну, вы слишком много от них ожидаете. Это не та сила, которая может выступить против. Они, конечно, обрадуются его падению. Но большинство из них, вот практически все, которых я сейчас мелькнул на фотографии, они находятся за границей. Нет, судьбу диктатора решают... Помните, в Советском Союзе была такая пьеса «Человек с ружьем» об Октябрьской революции. Вот люди с ружьем, которые могут войти в бункер с оружием, вот эти люди будут решать судьбу диктатора. И здесь триггером, вот даже сейчас, при первых таких сигналах контрнаступления Украины, какая уже началась паника. Вы посмотрите из любопытства, что творится на патриотических телеграм-каналах. Там уже вслед за Стрелковым повторяют, что Путина надо повесить, как слабого главнокомандующего. А что произойдет после того, как бы... Я вот уверен, что таким триггером и взятие Херсона или Изюма, или
уничтожение Крымского моста вызовет цепи событий в бункере, и на следующий день после такого, одного из этих драматических событий мы в антракте Лебединого озера услышим, что товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и не может уже более выполнять по состоянию здоровья обязанности президента и главнокомандующего. Это не значит, что придут какие-то прекрасные люди, придут такие же мерзавцы, как и он, которые там же в бункере, других и нет, но они будут вынуждены считаться с военными реалиями и примут ультиматум Запада, сформулированным уже давно, что переговоры начнутся только после отвода российских войск на линию 22 февраля. Андрей Андреевич, а давайте теперь обсудим ситуацию в самой России. Вот на этой неделе Европейская комиссия предложила полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Теперь визу получить будет и сложно, и долго, и дорого. Это решение может вступить в силу уже на следующей неделе. И вот сегодня уже точно стало известно, что Эстония, Латвия, Литва плюс Польша в ночь на 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами, в том числе выданные в других странах ЕС. И к этому же сегодня стало известно, что Грузия массово отказывает россиянам во въезде в страну. Чем может закончиться для России вот такая консервация россиян в собственной стране? Ну, это даже, понимаете, ошибочно это считать, что это цель этого мероприятия там повлиять на россиян. Вот они возмутятся и начнут выступать против Путина. Это элементарная мера безопасности. Идет война. Все эти государства, это прифронтовые государства, находящиеся на линии фронта. И что значит вот такое бесконтрольное посещение россиянами? Это тысячи этих Чипик и Шипкиных, помните, какие-то эти агенты, которые отравили Скрипалей, полей, расстреливали чеченских оппозиционеров в Германии. Тысячи таких людей находятся сейчас на Западе, находясь в состоянии войны с Россией, открывать границу ее агентам, это просто немыслимо. Это элементарная норма военной безопасности. В это воскресенье единый день голосования, и в Российской Федерации пройдут избирательные кампании различного уровня. Как вы думаете, в Кремле уже все организовали и просчитали, или могут быть какие-то неожиданности? Да в Кремле уже референдумы провели. Ну, да. Что такое референдум? Скажем, в Херсонской области это в один прекрасный день они объявят, что подсчитаны результаты электронного голосования. Также это та же, как и все российские выборы. Все давно уже просчитано, как... Нет, но они же даты референдума уже переносят сколько-то... Ну, дату объявления. Ну, смешно объявлять о прошедших результатах референдума, когда украинские войска освобождают города и населенные пункты. Это политическая игра, не имеющая никакого отношения к тому, что называется выборами и референдумом. Ну и тем не менее, на 4 ноября сейчас они анонсируют референдум в незаконно оккупированных территориях, в частности в Херсонской области. А ваш прогноз, что будет 4 ноября? Вы знаете, Путину еще надо дожить до 4 ноября, по-моему, после вот сегодняшних событий. Вот мы все с вами внимательно наблюдаем за реакцией Запада, наших союзников на войну в Украине, потому что, да, решающую роль играют украинские вооруженные силы, но у них должно быть современное вооружение. И вот никогда вот я не был так уверен, не ощущал такую твердую решимость западных лидеров оказывать помощь Украине. И именно отвечая на вопрос, поставленный в манифесте 20 в августе, оказывать помощь, необходимую для достижения победы. Знаете, я еще вот о чем хотел спросить. На этой неделе мы все и весь мир ждал отчета миссии МАГАТЭ по результатам визита на Запорожскую атомную станцию. Ждали, и вот прозвучали очевидные вещи, о которых украинский Энергоатом говорит и кричит на весь мир уже несколько месяцев. Но действий никаких нет. Станция по-прежнему оккупирована российскими войсками. Там военная техника и склады с оружием. Есть угроза ядерной катастрофы. Как вы считаете, Андрей Андреевич, эта миссия и сам глава
глава МАГАТЭ. Рафаэль Гросси действительно не имеет полномочий остановить эту угрозу? Или нет воли, политической воли? Есть какая-то заангажированность, может быть? Нет, ну давайте не забывать, что МАГАТЭ – это структурное подразделение Организации Объединенных Наций. Организация, политическая воля Организации Объединенных Наций, она парализована правом вето, которым обладает Российская Федерация. Вот я уже говорил неоднократно, что новую международную архитектуру после окончания каждой мировой войны определяют державы-победительницы. Вот державы-победительницы Украина, Соединенные Штаты и Великобритания будут определять новую структуру безопасности, в которой сегодняшний ООН, парализованный российским вето, просто не может быть места. Может быть, миру следует надеяться только на украинскую армию, освобождение и деоккупацию ЗАЭС? На украинскую армию и западных союзников, снабжающих ее современным оружием. Ну, посмотрите, ведь Путин из всех тех мерзостей, которые я вчера говорил, там надо выделить одно как бы его позитивное заявление, что он удовлетворен результатами миссии. А как ему быть неудовлетворенным, если основной нарратив такой? Вот фраза, которая тысячу раз повторяется. Украинцы и русские обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской атомной электростанции. Путин этот нарратив вполне устраивает. Примечательно, что миссия увидела там присутствие российских войск, армии и техники, а Путин сказал, что там их нет. Да. Очередная... Забавно. Эти вопросы надо решать на поле битвы. Решаем. Решают наши военные. Спасибо им за это. И вам спасибо, Андрей Андреевич. Андрей Пьянковский был с нами на связи. Публицист и политолог. Всегда вам рады, Андрей Андреевич.